Ос. Сегодняшняя наша тема танден. Танден для кёкусин. Это именно связано с нейроном, это ниже пупка. Именно духовная часть, это именно дыхание, это именно хара. Сегодня будем разбирать и открывать секреты тандема. Московский кадакан – это тандем России. Это мое мнение, потому что именно это несящий, это именно то центр, который развивает именно ту часть, где по всему миру и по всей России именно тандем. Кто понимает и различает, что такое тандем, это именно связано с духовной частью. Ос. Сегодняшняя техника именно тандем. Знаете, что она именно в Японии пришла из Китая. И чтобы это первоначально она была тандем. Вот именно сформируя, приходя этот момент, они начали это раскрывать. Первое надо понимать, что в нашем, где называется тандем, это ниже пупка два пальца, это все связано с нейронами. В медицине это считается вторым мозгом. Поэтому, чтобы осознать и понять этот глубинный момент, надо этим заниматься и знать это знание. Если нет этого знания, то, что мы слышим и видим, даже в боевых искусствах, даже в очень многих моментах, мы не сможем это использовать, потому что все связано с теорией и с практикой. Если вы не знаете теоретически, видите практически, вы его не сможете использовать, вы его не сможете осознать. А все идет через осознание. Это надо самое главное понять. Вот если вы сможете любые моменты, любые, то, чем вы занимаетесь, немедленно осознать, тогда вы придете к этому. Вот и в кёкушине очень большое значение, как говоря, в тандеме. Это для чего? Для чего? Для кёкушина очень важен баланс. Именно тандем дает в человеке балансироваться, быть именно в то состояние, когда ему это нужно. Это очень большие моменты, как учил меня мастер Сигеру Ваяма, покойный, он очень много раскрывал, показывая теоретически в практике, потому что если человек его не сможет через подсознание получить ту информацию, а потом его через себя вести, он не сможет прийти к этому, он не может это осознать, потому что все, что можно сказано, понимаете, она не работает. Чтобы она работала, надо этим, как говоря, самим практиковать этим моментом. И сегодня немножко как бы попрактикуем эти моменты, да? Но это очень долгая работа, чтобы вы понимали, невозможно его ни месяцами, ни годами к этому прийти. Потому что это именно то осознание, которое человек должен к этому прийти. Для этого надо очень много отрабатывать. Для этого есть даже специальное время для этой отработки. Не просто пришел там, отработал, потому что все связано, как сказали очень многие мастера, с праной. Потому что вот именно с космосом, а вот именно все часть, и почему очень многие восточные, очень многие мастера, они уделяются именно в тандем, потому что, еще раз говорю, там очень много нейронов, которым можно очень много чем влиять и наружу, и в самом теле. И самое главное надо понять, когда мы говорим «моя рука», «моя голова», «моя нога», мы же не говорим «я рука», «я голова», «я нога». Если мы говорим «моя рука», тогда кто я? Вот когда мы поймем и к этому придем осознавать, кто я, мы будем над этим работать, мы будем искать это я. Когда мы найдем это я, нас раскроется то сакральное, которое в нас. Но все, что связано с Вселенной, это в нас. И все окружает нас, как у нас два тела. Это что? Это физическое и тонкое. Вот поэтому и для вот именно боевых искусств это очень много влияет. И физическое, и тонкое тело. Для этого отработки, как в медитациях, как потом на дыхательных упражнениях, как говорят, как любых боевых искусств, если в кёкушине, это именно санчин, это именно тэншо, вот именно это духовная часть. Что надо более взаимодействовать с дыханием, именно с тандемом, через себя, через чакры, через позвонка, через кундалини, и чтобы к этому прийти. Ну, еще раз говорю, это большая работа. Сейчас отработаем некоторые моменты. Так. Можно вас? Вот, как говорят тандем, как у нас, как в санчине, именно отработка. В этот момент вы должны взаимодействовать все мышцы, которые работают. Скажем, ягодичные, спинные, ноги, даже пальцы, и где дыхание. И само даже буква, когда язык наверху, это тоже на знак. Буква Х. Почему это просто говорите? Вот ничего просто нету. Сами даже буквы, сами даже слова, даже сами кяи, это не просто, как говоря,
Ки – это как в Японии, как ци, чтобы вы понимали. Вот именно ци – это есть ки. Они сделали ки – это ки, вот где энергия, ки, кияй. Даже кияй в звуке, оно дает вибрацию. Вибрацию – это вибрация именно, воздействует именно то тандем, где нейроны. Вот от этого и создается большая сила. Когда я очень много изучал, как сломать 10 бейсбольных биты, потому что ни масса, ни большой, никакой навивки не помогает этим вещам. Потому что тоже перед тобой стоит то именно живое, скажем, да, биты, которые сделаны, да, когда вы удали, невозможно его сломать, понимаете? Потому что это реальность. А когда ты именно погружаешься в то состояние, это у тебя все перед тобой, как говоря, уязвимое. Сейчас поработаем именно в санчин. Санчин, УД, именно, вот в очень многих стилях это есть, как набивка, да, скажем, да. Вот вы просто, ну, вам надо это почувствовать. Вот не просто как бы набивать или бить рукой, вот надо почувствовать. Вот это самое главное, ощущение. Это вот самый главный момент в человеке. Вы должны это ощущать не этим частям, а ощущать именно не только наружное, а ощущать вот именно все пространство. Вот когда вы будете сливаться и почувствуете, что вы сами это то, что вы делаете, вы непобедимы. Это самое главное. Вот надо посмотреть, надо на этом подработать надо очень много. Иногда ум нас обманывает. Он думает, что это мы, нет, это не так. Вот именно. И как бы у нас оно берет все наши поставленные цели. Это все делает ум, это его продукт. Вот поэтому, как говорят, сейчас пара, вот смотрите, просто набьем руки, скажем, УД, просто набьем руки, а потом это будем делать именно с тандемом и с дыханием ха. Именно когда набирая. И почувствуем, вот надо почувствовать. Когда набираем, собрали, и в этот момент бьем. Бейте сильно. Бейте. Сколько можете бить? Бейте. Потом. Бейте. Вот именно тогда вы почувствуете простота и где именно наша работа. И задаете вопрос. Это именно что я зажал мышцы? Нет. Это те нейроны, которые начинают, мы же живые, она начинает подкожно давать сигнал. И когда в этом сигнале мы правильно работаем, у нас нет боли, она теряется. Вот тоже нервная система. Ты его отключаешь. Ос, да. Еще один упражнение. Санчин. Ос. Вот смотрим внимательно. Вот то, что мы набивали, работали, правильно? Вот смотрите. Сейчас вот как набили, и здесь мы работаем. Вот фиксация, скажем, два удара пошли. Раз, два. Держим удар. И как учи-учи, вдыхание с тандемом вместе открываем. Открывайте. Туда. Открываем дыхание. Вы задержали уже. Во-во-во-во-во. Пошли, ич. Где вырабатываете сила? Вы понимали, да в те времена не было ни штанги, ни то другое, понимаете? Вот так у людей 50 килограмм становился 150 мастеров. Дыханием можно правильно делать с тандемом, делать свое тело оружие очень тяжелым этим. Вот как создатель айкидо. Понимаете, его мог сидеть в медитации, стать 70 тонн, его не могли поднимать с места. Это все реально, поверьте мне, это не сказки. Просто это надо видеть глазами, то, что я видел мастеров. Поэтому. И вот и сейчас тоже что вот пошли идем. Раз, два, и работаем дыхание. Во. Второй, идем, иди. Потом раз, два, три. Другая рука, пошли, открывай. Вы через силу делаете, видите? У вас болит уже горло. Вот. Поэтому это надо правильно работать, чтобы у вас не должно быть такое. Мы неправильно работаем. Вот это вам должно быть легкость. Понимаете? Никакой боли. Это боль, это нагрузка. Дарометрия этих. Понимаете? А как сделать? Я же так. О, это надо работать. Это вот буква Х. Так и больше. То же самое. Конечно. Ты не ел. Мощный хара. Практикую неустанно. Стой, как скала. Ос, доваряло. Ос.